Добрый день, дорогие друзья. Штукатурим стены в однокомнатной квартире. Площадь квартиры 34 квадратных метра. Мы посчитали, что при высоте потолка 2,60 площадь оштукатуриваемая получается 77 квадратных метров. Ну, ванну мы штукатурить не будем. Она уже оштукатурена цементной штукатуркой. Вот. Под эту площадь мы закупили 34 мешка штукатурки Форман, самарский производитель Форман номер 10. Вот. Ну, а еще, чтобы сразу можно было клеить обои, купили как финишную штукатурку. Рабочие пройдут поверх основной JetBow. Вот такая штукатурка, ульяновский производитель. 4 мешочка, сказали, достаточно. Ну, прежде чем штукатурить, необходимо пройти стены грунтовкой для обеспыливания, ну и для того, чтобы стены меньше впитывали влаги из штукатурки, чтобы она не трескалась после высыхания. Значит, такая грунтовка, две канистры по 10 литров, Акстон. Ну, продается либо в Леруа Мерлен, либо в других магазинах. Вот. Ну, опять же, плюс... Маячковые профиля 40 штук, тоже сказали, должно хватить, шестерка. И для штукатуривания откосов, еще будем штукатурить откосы вокруг окон и вокруг двери, это порядка 17 погонных метров, вот 9 таких уголочков. Как они правильно называются, не знаю, либо малярный, либо штукатурный уголок. Вот такие заготовки для штукатуривания. Как бы электрика уже есть, разведена в квартире. Вот. Ну, я думаю, результат потом покажу. Кому полезно это видео, смотрите. Вот, буду рад, если кому-то эта информация была полезна. Ну, всем всего хорошего.